Химках началась пора отключения горячего водоснабжения. Начиная со вторника, 11 мая, в городе горячую воду перекрыли в 30 домов. Традиционно в мае коммунальщики готовятся уже к следующему отопительному сезону. Ремонтируют и прочищают трубопроводы, модернизируют оборудование. Даты и адреса, где отключат горячую воду, можно будет посмотреть на сайте администрации города, а также информацию разместят на информационных стендах во дворах. Срок отключения зависит от состояния системы, но продлится менее 2 недель. В целом в Химках у нас срок на отключение водоснабжения варьируется от 5 до 14 дней. Мы стараемся, конечно, укладываться все-таки вот в 10-дневный срок, но это зависит от состояния сетей и от состояния самой системы. Вместе с плановым отключением горячего водоснабжения в Химках завершился и отопительный сезон. С 11 мая в 1300 домах начинают перекрывать подачу теплоносителя. Согласно регламенту, в московском регионе отопление отключают, если температура воздуха составляет не менее 9 градусов в течение 5 суток.